болельщиков классической борьбы нашей страны, четвертой золотой медалью на данных Олимпийских играх, а Сашу Карелина первой золотой медалью олимпийского чемпиона. Герой Российской Федерации, заслуженный мастер спорта Советского Союза, многократный чемпион СССР, России, Европы и мира, трехкратный победитель Олимпийских игр, величайший борец греко-римского стиля 20 века. Александр Карелли! Карелин в истории ФИЛА – уникальный спортсмен. С одной стороны, это непобедимый чемпион. С другой – одухотворенная личность, наделенная богатым умом. Все заботы остаются за схваткой. За началом соревнований, за пределами боксовского ковра. Выходишь туда, каждый раз, каждая схватка – это отдельная жизнь. От начала до конца проживаешь, чтобы не было стыдно мучить. Что бы ни случилось, если вы уверены в себе и вы честно тренировались, эта честность, она выльется в результат. Честное отношение к себе, честное отношение к своему тренеру, к своим родителям, к своим соседям, болельщикам, кто следует с вами надежды. Спасибо, Саша. Он подкупил нашу горькую пилюлю. Все, время, они поздравляют. Трехкратный олимпийский чемпион. Поздравляю, Валерий, я вас поздравляю тоже. Когда он выходил на помост или на ковер, там, куда угодно, то соперники прекрасно понимали, что им придется бороться за второе, третье место. Это в лучшем случае. В лучшем случае могут даже не доехать до финала.